дорогие братья и сестры, дорогие атаман, казаки, уважаемая Наталья Павловна, уважаемая администрация, хотел бы поздравить и поблагодарить всех за то дело, наше общее дело, которое мы делаем. Это дело духовно-нравственного развития, укрепления русского народа. Казачья культура – это неотъемлемая часть русской народной культуры. И мы вместе совершаем общее доброе, благое дело, укрепляем свое национальное самосознание, свою культуру, свои корни, сохраняем от современной тенденции размывания и объединения всех в одно общество родства непомнящих. И хотел бы поделиться таким опытом добрым, который осуществляется в Арсеньеве. Это работа с молодежью, с молодыми казачатами. Мы вот здесь сейчас видим многих молодых ребят в казачьей одежде, и еще увидим других, более младших детей, которые выступят здесь на сцене чуть позже. Это учащиеся 10-й школы казачьих классов. Сегодня там 2-й, 6-й и 7-й класс казачьи окончили, да, вот эти вот классы, ребята. И в школах очень приятно, что есть такая практика, есть такой опыт добрый. В школах дети изучают и основы русской народной культуры, основы православной веры, русские народные праздники, церковные праздники. Мы регулярно встречаемся в школе. Мы также встречаемся на базе «Салют», за что также хотел поблагодарить атамана Константина Евгеньевича Хананова за его работу, жертвенный его труд в деле воспитания будущего поколения. Спасибо также и начальнику управления культуры Ольге Федоровне Шевченко за ее заботу, за ее внимание к нам, казакам. Храни всех Господь, будем и дальше трудиться на благо созидания нашей Родины и на благо спасения наших душ. Люба!